занимаются одинаково трубочки, что вертикально, что горизонтально, абсолютно нет никакой разницы. Пчелка залепливает трубочку грязью. Заполняются трубочки и вертикальные, и горизонтальные. Разницы, ну вот, хотел бы я найти разницу. Не могу я найти разницы, абсолютно одинаково. Я не понимаю, зачем тогда ее вешать обязательно горизонтально. Все пишут, нужно вязанки вешать всегда в горизонтальном положении. Ничего подобного. В каком получается, в таком и вешать. Проще всего это взять пластиковое ведро, набить трубочками и повесить за ручку под крышу. Все, домик готов. А вот непонятно, почему те, которые я защитил от дятла в пластмассовых ящиках, в пластиковой такой таре, они занимаются позже всех. Тоже есть уже запечатано много, и пчела летает. Но начали заниматься они уже позже всех, когда вертикальные и горизонтальные домики начали заканчиваться открытые. Тогда только начали заниматься эти трубочки. Возможно, пчела осьмя не любит каких-то дополнительных преград. Но вот получается пока так. Вот рядом висит домик. Рядом висит домик без дополнительных пластиковых преград, и половина трубочек уже запечатана. Ну вот. Конец весны, и приходит время защищать домики. Опять начинается, опять 25. Вот первый след. Вытянута трубочка из домика, и первый след дятла. Все-таки эта падла имеет очень хорошую память, и теперь начнет разбивать трубочки. Оно дождалось, пока осьмя заняла больше половины всей жилплощади, и теперь будет добиваться доступа к личинкам. Ну, мушка. Мушка, конечно, меня тоже очень беспокоит. Ее в этом году как никогда. Никогда не было такого количества мушки. Может, это из-за меня, может быть, это как раз моя деятельность с осьмями провоцирует такое размножение мушки. Но я, в общем-то, все домики стараюсь разбирать, и не стараюсь, а разбираю. И все опарыши выбрасываются, но тем не менее мушки огромное количество. Я думаю, что просто-напросто здесь много осьми и находят место для гнездовий и без моих домиков. И вот как раз в этих местах без моих домиков эта мушка и размножается. Но если с дятлами я сейчас попытаюсь как-то что-то решить, то с этими мушками вопрос очень серьезный и намного более сложный. Да, дятел прилетает везде. Вот здесь тоже работа дятла. Этого раньше не было. Но пчела не из пугливых. Пчела все равно работает. Будем сейчас защищаться. А что делать? Вот здесь, походу, здесь дятел не смог достать. По крайней мере, никаких видимых следов его работы нет. Дятел боится лезть куда-то, какие-то укрытия, прикрытия. Дятел, он физически, конечно, мог бы достать здесь домик и трубочку, и работать здесь. Он просто от природной осторожности, он боится сюда лезть. Он чувствует, что здесь что-то непонятное, возможно, ловушка. Инстинкт самосохранения дятлу не дает прибираться такие коробки и дебри с ящиков. И вот посмотрим теперь, насколько дятел настырная птица. Пчелка немножко в смятении, но полетав, покружив, она все же понимает, что ей делать. Пчелка пролазит через ячейку и добирается до своих трубочек.
Посмотрим, насколько дятел настырная и умная птица, как ему нужно добраться к личинкам. Если не очень, то он бросит эту затею, и будет все хорошо. Если же он окажется настырным, то будем принимать более радикальные меры. Укутаем сеткой надежно. Конечно же, дятла я убивать не буду. Это должна сделать природа, по моим убеждениям, если их чересчур много. Ну а если их нормально, то какое мне отношение к дятлам, почему я его должен убивать, если для природы все отлично. Лишних дятлов убирает сама природа. Мне нужно... У меня другая задача. У меня задача вырастить лишних осьмий. Вот мы и пытаемся выращивать лишних осьмий без убийства лишних дятлов. Вот такая задача. Посмотрим, как получится. Пчелка немного кружится, но все же пролазит к своим трубочкам. Я думаю, что день-два, и они будут летать просто так, как будто бы этот ящик здесь висел всегда. Вот такими ящиками я решил защитить домики. Я думаю, что дятел побоится настырно их разбивать, поскольку это пластмасса, чужеродный материал. Он такого с таким не сталкивался. Я думаю, что у него ума не хватит проверять на опасность эту вещь, и он бросит раздолбать домики, так особо сильно не начавшие. Ну а осьми потихонечку учится, немножко, конечно, она в смятении кружится, немножко она не понимает, что произошло, но потом все-таки долазит до своих домиков, делает свои дела, вылазит и улетает обратно. Так что я думаю, что не сильно помешал я работе, а вот население домиков я спас сильно. Посмотрим, время покажет.